Остановись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Здравствуйте, товарищи спасатели! На площади Победы села Хороль состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты класса «Спасатель» средней школы номер 3. Это уже четвертый набор. 28 новоиспеченных кадетов привели к присяге, вручили удостоверения и береты. Им предстоит углубленно познакомиться со службой в МЧС России, изучить способы выживания, оказания первой помощи, обучиться навыкам работы с альпинистским снаряжением и спасательным оборудованием. Помимо этого, за достигнутые высокие показатели в обучении, решительность характера, добросовестность и преданность спасательному делу, наиболее отличившимся кадетам были вручены ведомственные знаки отличия «Юный спасатель». На фасаде школы была представлена выставка пожарно-спасательной техники и оборудования.